Всем привет! С вами товары из Поднебесной, и с ними я, Руслан Александров. Сегодня очень будет интересный выпуск, так как среди нас очень много аудиофилов, всем нравится музыка, все и везде сегодня слушают музыку и находятся очень долгое время в поиске хороших недорогих наушников или просто дорогих, но хороших наушников. Я нашел замечательную альтернативу. Так как я давно ищу хорошие недорогие наушники, у меня их была просто масса масенная от разных брендов. Но и тратить огромные деньги я не был готов на наушники, которые себя не оправдывают или стоят слишком дорого. Перепробовал я разные варианты, почти все фирмы, что есть на рынке. Bluetooth, провод, затычки, вкладыши, которые надеваются на уши. Например, модель Panasonic, очень удобные и звук неплохой, но не постоянно ломались. Другие кабеля переламливались, просто рвались. И вот, я услышал про наушники китайской фирмы Ventura Electronic, модель Monk Plus. О ней ходят легенды. Наушники-вкладыши, не переключайтесь, сейчас видео, за $5. Подождите, прослушайте дальше. Которые звучат так, как должны звучать наушники за $100 и выше. Кажется, сказка. Я думал, это прикол, но решил заказать их, так как цена смешная. Даже никогда не смотрел в эту сторону за $5, потому что мне мой слух очень дорогой. Но когда я увидел 6000 заказов на AliExpress и массе положительных отзывов среди этих 6000 заказов, я был просто удивлен, и я сразу же их заказал. В свое время исследовал историю. Ventura Electronic, Monk, наделали много шума среди аудиофилов, и как оказалось позже, огромными продажами подвигли производителей наушников вспомнить и серьезно заняться уже забытыми, почти загнувшимся форм-фактором вкладышей. Знаете, прошло совсем немного времени, и что совершенно закономерно, свет увидела продолжение хита, которое получило название Ventura Electronic Monk Plus. Это вторые наушники в этой серии. Первые были настолько популярны, что производитель не успевал их выпускать на заводах, их просто расхватывали. Цена осталась прежний. Всего $8 вместе с доставкой. Еще бы чуть-чуть, и доставка стоила так, как наушнички. Это, конечно, очень невероятно, но так и есть. $5 наушники, $3 доставка. Наушники Ventura Electronic Monk Plus поставляются уже в фирменной упаковке, чего не было у их предшественника. Они поставлялись просто в обычном целлофанчике, вообще дешево. Правда, представляет она собой простейший пакетик из тонюсенького полиэтилена, на который нанесена достаточно причудливая полиграфия, то есть огромная плюс. Ventura Electronic, вы молодцы, у вас есть юмор. Реально смешно смотреть на упаковку. Но в любом случае, это шаг вперед и придает продукту некой оригинальности. Создается, знаете, впечатление, что это действительно наушники не для всех. Причем не какая-то это дешевка, а что-то серьезное, продаваемое в атмосфере большой секретности и только посвященным. Потому что мало все-таки кто о них знает. И нужно еще успеть их урвать. Комплект. В упрощенном комплекте идет 4 пары поролоновых насадок, 2 пары красного цвета и 2 синего. Насадки это очень тоненькие и, на мой взгляд, знаете, в принципе, неплохого качества. Но их нереально сложно одеть. Я очень долго пытался их одеть, но я все-таки это смог сделать. Если при одевании они у вас порвутся, это нормально. В смысле, не проблема. Желающие могут заказать расширенную комплектацию с большим количеством амбушюр и прочими приблудами в виде резиновых накладок на амбушюрах. Но отдавать за нее придется уже $13. Итак, цена растет. Это тот случай, когда комплектация стоит дороже наушников. Гениально. Также у нас упрощенная версия наушников. Ну, я решил, ну раз самые дешевые брать, так дешевые. Должны быть абсолютно во всем. Хотя их можно усовершенствовать, как прям в игре, 80-й левел этих наушников. В смысле, в расширенной версии есть микрофон, но эти наушники будут уже стоить $7 без доставки. В супер расширенной кнопки громкости есть, это вообще шикарно. И остановки трека, они стоят уже $10 без доставки и без докомплекта. А еще есть улучшенная версия этих наушников, а именно лучший штекер. Он также другого цвета, более крепкий, стоит уже $20. Также в комплект идет подарочная коробка и кейс для ношения наушников. Но $20 это уже не совсем бюджетный вариант. Но и тут еще не все, вы еще можете усовершенствовать их до 80-го левела. Мега версия, а именно с улучшенным штекером, огромный штекер, реально чуть ли не золотой, очень массивный, чуть-чуть другой провод, прозрачно-белый, и эти наушники стоят уже $40, это уже, конечно, такой добрячий середнячок.
Наши же обошлись $5 и $3 доставка. Мы скромные люди. Как вы уже догадываетесь, фирма Ventura Electronic не дешевая, и остальные их наушники продаются уже от $78. Это единственные наушники за такую очаровательную цену. Цель этих наушников — зацепить как можно большую аудиторию, и это очень хорошо у них удается. Чтобы показать, что эта фирма умеет. Гениальный коммерческий ход. А теперь подумайте вот о чем. Если их затычечки за $5 такое выдают, гениальный звук, то что говорить о наушниках Ventura Electronic за $150? То есть народ уже захочет купить. 90%, что после этих наушников они перейдут уже на Ventura Electronic, и это будет не зря. Что касается штекера, в обычной версии он достаточно хороший, крепкий, массивный, из хорошего материала, поэтому тратить больше денег, чтобы поменять там другой штекер, я не вижу смысла. Думайте сами. Теперь о главном, почему я такой восхищенный. Звук реально отлично сбалансирован. Я когда купил их, вставил в уши, я был в шоке. Наушники за $5 никогда в жизни такое не выдавали. При правильной посадке бас лупит не слабо, да, именно лупит. При этом он не преобладает и абсолютно не мутит. В этой модели одна из лучших передач низких частот. Но если вы не оденете на наушники амбушюры, которые идут в комплекте, вы баса не услышите, поэтому имейте в виду. Средние частоты немного просажены, за счет чего звук становится менее плотным. Но в том-то и фишка наушников, что от этого он не теряет энергию. Все равно вы слушаете массивный объемный звук, и вам хочется танцевать. Наоборот, приобретает большую детальность. Вы слышите каждый инструмент. Это очень-очень воодушевляет слушать музыку в этих наушниках. Все звучит четко, сцена широкая, позиционирование отличное. Высокие частоты на должном уровне. Проще говоря, они порой звучат лучше, чем на наушниках за $100. Да, это правда. Вам не послышалось. Не верите? Купите $5 и реально проверьте свои наушники за кучу денег и эти наушники. Это есть высокоумные наушники, кстати, прошу заметить. С чем бы их сравнить? Ну, пожалуй, с самыми востребованными и популярными наушниками сьогодення. Це є AirPods. Стоимостью в $30. Это единственные наушники, которые максимально честно передают звучание композиции без прикрас, так как она должна действительно слышаться в реальности. И в Monk Plus все то же, но на порядок надрывистей, на порядок лучше. Тут нет определенного завала в конкретных частотах, хотя середина и высокие звучат выразительнее. Но не потому, что нет баса, а потому, что конструкция в виде таблетки физически вам этого не даст. Звукоизоляции в этих наушниках нет, поэтому окружающие люди вас хорошо будут слушать даже при прослушивании 60% громкости. Что касается запаса звука, он тут гениальный. И знаете, вы с этим сталкивались, это есть огромная проблема многих наушников. Когда вы включаете эквалайзер в маршрутке, в шумном помещении, вы можете во много раз слабее слышать музыку, а фильмы вообще нереально бывает смотреть. Но в этих наушниках при включении эквалайзера громкость падает всего на 10, максимум 20%. Вы просто добавляете звук, потому что на максимуме слушать их нереально. И при включении эквалайзера добавляете звук, вы все слышите на том же уровне. На максимуме. Эквалайзер. Включаем. Все равно играет очень достаточно. Даже в шумной маршрутке вы все будете слышать очень хорошо. В других же наушниках звук так становится тише, что его невозможно слушать. Даже можно бас перекрутить. Чуть-чуть меньше слышно, но все равно звук слышен хорошо. Если без этих, возможно, будет играть громче, но тогда басов не будет. Ну, это громкая музыка, включим потише, например. Что касается ношения, ну тут вы спортом не позанимаетесь, все зависит от вашей раковины. Амбушюры 100% нужны, они помогают лучше держаться в ушах. Вот, поэтому тут имейте в виду, ношение тут зависит все от вашей ушной раковины. Итак, вывод, плюсы. Качество звука, плотный кабель, цена, качество самих наушников на высшем уровне. Минусы. За свою цену их нет. Вывод.
Ventura Electronic Monk Plus – отличные, недорогие наушники, которые, несмотря на цену всего в $5, способны удивить качественным звучанием. Подойдут они, конечно, не всем. Кому-то не понравится Form Factor, кому-то не хватит баса, возможно, хотя он здесь есть и достаточно на должном уровне, а кто-то просто не захочет ходить с дешевыми наушниками. Ну, типа, кто-то спросит, какие у тебя наушники? А, за $5, вот AirPod за $100. Да, но это все уже зависит от человека. Тем не менее, за свои деньги Ventura Electronic Monk Plus – это лучшее решение на сегодня, которое вполне может составить конкуренцию даже более дорогим моделям. Это, в принципе, все, что я увидел в этих наушниках. Я очень воодушевлен ими и очень рад, что они у меня есть. Ссылки на эти наушники будут внизу. Также мы продаем классные часы с механические кварцевые в наших магазинах по Украине. Поэтому переходите по ссылочке, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте пальцы вверх, я буду очень рад. И главное, здоровья вашим ушам. Всем здоровья, ушечкам.